В этом уроке мы познакомимся с маленькой брашевой entity Proper Lot. По названию вы уже могли догадаться, что она делает. Итак, Proper Lot создает малополигональную версию нашей модели, которую мы видим в игре, находясь на достаточно большом расстоянии. Proper Lot не самостоятельная entity, она работает только в паре с Proper Model. Перейдем к ее свойствам, их всего ничего. Model to apply to. Тут указываем имя Proper Model Brush. Welding Threshold. Выравнивание модели. Lot Switch Distance. Расстояние, на котором мы будем начинать видеть лот в игре. Внимание! Метрика в нашем редакторе и в вашей игре может сильно отличаться. Например, в редакторе я поставил значение 12,8, а в игре мы видим лот, находясь на расстоянии 128 юнитов. В Global Offensive же лоты пропера вообще не работают. Итак, компилируем модель и наблюдаем за результатом. Все работает! Спасибо за понимание, за внимание, ожидайте новых уроков! Если вам понравилось то, что мы делаем, ставьте лайки, подписывайтесь или помогите донатом.